Еще одна печальная новость отрисла информационная лента. Сегодня ночью умер всемирно известный певец Джордж Майкл. Он мирно ушел в своем доме в графстве Оксфордшир в Англии. Официальные причины смерти артиста не названы, но полиция никаких подозрительных обстоятельств не нашла. 5 лет назад Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких мог потерять голос. Но в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении. Джордж Майкл выпустил 6 сольных альбомов, получил множество музыкальных наград, в том числе 3 Грэмми и 5 премий MTV. Популярному исполнителю было всего 53 года.